Еще совсем недавно для производства печатных плат на профессиональном уровне требовалось довольно сложное оборудование и технологические процессы. С появлением на рынке общедоступной химии открывает перед нами совсем иные перспективы производства печатных плат в домашних условиях. Коротко рассмотрим химию, используемую сегодня для производства печатных плат. Процесс изготовления печатной платы условно разделим на три основных этапа. Это предварительная подготовка заготовки, второй этап нанесения тем или иным способом защитного покрытия и травление. Это процесс удаления лишней меди с поверхности платы. На этапе предварительной подготовки заготовку, в данном случае фольгированный стеклотекстолит, нужно обезжирить. Для этого хорошо подходят такие обезжириватели, как ацетон, спирт или бензин-растворитель. Этап нанесения защитного покрытия является самым важным этапом, где на 90% определяется качество изготовленной платы. Один из лучших способов – это применение фоторезиста. Фоторезистом называется чувствительное к свету вещество, которое под воздействием освещения изменяет свои свойства. Можно использовать как жидкий, так и пленочный фоторезист. Особенно удобен для использования в домашних условиях фоторезист в аэрозоле «Позитив 20», который обеспечивает хорошую контрастность переносимых изображений. Для вывода фотошаблона на обычной бумаге используется «Транспарент 21». Это просвечивающий препарат в аэрозоле. После распыления препарата неокрашенные участки бумаги становятся прозрачными и беспрепятственно пропускают ультрафиолетовые лучи. Это позволяет использовать бумажные отпечатки в качестве фотошаблона для переноса схем на поверхности, покрытые фоторезистом. Более того, становится возможным изготавливать печатные платы, непосредственно копируя схемы, выполненные в масштабе 1:1, прямо с журналов. Проявлять фоторезист еще очень удобно в водных растворах кальцинированной или каустической соды. На этапе удаления лишней меди, чтобы получить проводники после нанесения рисунка на фольгу, плату нужно протравить. Основными материалами для травления служат раствор хлорного железа и персульфат аммония. Хлорное железо, пожалуй, самый известный популярный реактив. Процесс травления в этом растворе может занять от 10 до 60 минут. Это время зависит от концентрации раствора, температуры и перемешивания. Персульфат аммония – это светлое кристаллическое вещество. Процесс травления в этом растворе занимает порядка 10 минут и зависит от площади медного покрытия, которое подвергается травлению. Применение химических средств для изготовления печатных плат не только ускоряет процесс, но и делает его более качественным. Появляется возможность изготовления печатных плат с минимальной шириной проводника порядка 2-3 мм, что еще 10 лет назад было практически недостижимым, даже при серийном производстве.